Трехсвязкую улицу в Твери разобьют на 5 тематических участков, соответствующих различным историческим периодам. При этом все они должны сохранить единый визуальный стиль. Речь об этом шла на заседании Совета по урбанистике под председательством главы города Алексея Огонькова. В 2023 году по программе формирования комфортной городской среды должны благоустроить отрезок от Новоторжской до бульвара Радищева. В дальнейшем работы по изменению облика Тверского Арбата проведут по всей длине, до пересечения с улицей Лидии Базановой. Кроме того, будет проведено функциональное зонирование. Здесь должны появиться отдельные площадки для отдыха и передвижения пешеходов, торговли и общественного питания, проведения выставок и уличных мероприятий, а также для установки новых арт-объектов. При их формировании власти обещают учитывать мнение горожан.